Абсолют всем с вами Мастер, это вот уже следующий день, я чуть-чуть отдохнул и начинаем с реакций. Первым у нас будет Витя Классик, идеальный пациент, седьмой раунд против Стима. Интересно, интересно. Классика я слушал пятый раунд, там в начале послушал, там ветер перемен, нравится ветерок, да? Интересно, что он сделает против Стима. Против Мирона он сделал классно. Сделает ли также он против Стима, вопрос, давайте слушать. Респект фанатам Стима. Если вам понравилось такое дерьмо, может, послушайте и мои песни. Нулевой пациент пытался мышь есть, это не миф. Жесть, в теле завязана Ми-6, это... Ну, типа, мышь есть Ми-6, но это немного... Баянисно. Детектор лжи, Оксимирон так рифмовал какой-то. 2012 год. Вирус может убить жертв, как пули. Окс умер, стал в городе. Гаргули, все симптомы. Типичный представитель того, во что мы верили все эти годы. Стима, хип-хоп, вирусный рэп. Время опасных балаклав, но против топора ему маска не помогла. Душевно больной Стим поплыл фристайл. Это... А я думаю, что за видос? Это видос Drop Dead, потому что я что-то смотрю, знакомые кадры, блядь. Вот, смотрю, так, опа, дроп дед. Узнал барыга, сказал ему весна, но мало добра от этих яблок. Либо ты ломаешь маг, либо тебя маг. Подтяжены первый не эйфории, не Стима, Никита. И пара с Джимаром, не мастер и Маргарита. Ты второй после драга, после Сереги и Жида. Аккуратно в твой ник, я ставлю двойку, как джиган. Джонни Бой искал вакцину 18 лет. Ничего не понял, но твердил, вакцинации нет. Что-то с ним не так, явно пидорсен убогий. И при этом он пытался делать селфи с богом. Это батл задание, как синий кит, так что беги. Нас научили петь птицы, Никит, моих ученики, чтоб заплатить. Я копья порубил на питаки, меня учили петь риполовы, тебя петухи. Молитвы, мои строки как молитвы. Всех убить, все отнять, мы победим. Титры. Молитвы, мои строки как молитвы. Всех полюбить, всех обнять, мы победим. Титры. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Владимир Владимирович Путин, возьмите меня. А если возьмете, на коленках перекрошусь. Отомстить за Россию. У меня сердце сильно болит за Россию. Сильнее, чем жопа у Стима. Путь мучений, картина насилия, как приключение Буратино в Сирии. Кто не с нами, куда хчут, баян и баян. Тут православные панчи, поляна полян. Мы запретили телеграм, шоп, привет, пап. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Зенит был в зените, помню точную дату. Извините, мы разносим будто почту гранатой. Но путь был задан без западной указки. Вернадский укажет нам по-братски. Стругацкий пугали, судили, добили. К набери не пускали, нас били. Месили толпами, а скалы волнами. А землю молнию, а церкви колокол. Мыслями в голову, нет, нет, ты не понял. Ты гипоним, я не те, кто ноет. Я тиктоник, эволюция нас поставила на дыбы. Стим, яркий пример, мне каким не надо быть. Дунул и выжиг землю, надеюсь, власти простят. Я полудурок, но умнее, чем фломастер. Судья, миссии комбинации, нельзя пробраться в наш круг. За мной сформировался стяг, я представляю конфу. Встречайте, у нас в гостях на семейной игре «Это мой ребенок» рэпер Стим. Стим рифмует пару фраз, у него это панч. Я рифмую пару фраз, у Райтраура плащ. Его талант увидеть времени не хватит. Нет, батл длинный, но 9 месяцев, а не век. Мы санчуки, с нами окс и винтовки. Чемпионский раунд бокс, как фильм Рокки. Я подготовился к батлу, крюки и строки. Стим тоже подготовился к батлу, побрил ноги. Мой флоу растет, как в банке курсы валют. Говорят, я круто валю, вообще-то я так говорю. Тут нет и колоса правды, она в воду утоплена. Это голос автора, перевод гоблина. 33 символа, как у тебя, это сам изда. 3 до 3, это возраст Христа. Аттестат, 33 квадратных метра. Не затаишь яд, но лишним станет есть местную мышь. В ней мышь як. Молитвы, мои строки как молитвы. Эльдар Джараков пошел нахуй, мы победим. Титры. Я только хотел запаузить и сказать, блядь, он не пошлет нахуй Эльдара Джарахова. И прям в ту же секунду, Эльдар Джарахов пошел нахуй. Пошел нахуй, мы победим. Титры. Современная интеллигенция слушает это. Блин, ну честно, честно, я не знаю. По напору, как по мне, по, ну вот по агрессии, по исполнению мне больше, наверное, понравился Steam. По тексту между ними равенство, как по мне. Ну, были, как обычно, строки у Вити такие на уровне бэтбарсов, да, такие, ну, панчлайны.
легко выкупаемые, что ли. Ну, не знаю, как это назвать. Такие панчлайны на уровне смешинок. Типа, ну, это забавно, это его стиль, это меня прикалывает, но пока что по исполнению, как мне показалось, было однообразно. Не знаю. В общем, я разберу эту пару полностью на судействе. Как по мне, этот трек все еще равный, но... Ну, эта пара все еще равная, но все-таки чуть-чуть Steam для меня после прослушивания показался, наверное, попизже. Там напор, агрессия, тут больше, ну, простая читка. Короче, по первому впечатлению, мне показалось, что Steam сильнее. Когда будем судить эту пару, тогда я уже разберу все. В общем, все. С вами Must-Head был. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети, подписывайтесь на них. Ставьте лайки и все. А я пошел. Всем удачи и всем пока.